dancing with her while I'm staring at my soul. Счастье, что вы теперь здесь, в этом конкурсе, что вы будете представлять этот «Голос дети», этот сезон. Замечательно. Мне кажется, вы та самая исполнительница, которую нужно смотреть в YouTube, перематывать заново, смотреть и учиться. Смотреть и учиться. Правда. Как вас зовут? Спасибо. Меня зовут Пак Милана. Мне 10 лет. Я из города Ташкент. 10 лет! Да. А теперь один вопрос Диме. Такое ощущение, что ты знаешь эту девочку уже давным-давно. Ой, это ощущение просто. Первый раз вижу. Самое поразительное, что на второй ноте ты уже нажал и повернулся. И ты, конечно же, угадал. А может быть, это опыт, нет? Нет, был нюанс. Ты услышал нюансик? Я вам объясню. Я тоже заметила. Рациональность и музыка, они не всегда взаимосвязаны, правда. Здесь был импульс. Я услышал, как вы взяли эту тончайшую ноту, я понял, что есть задел. Я понял, что вы можете ее раздуть до такого предела, правда. Единственный, конечно, у меня вопрос к вам. А чего вы не повернулись? Дима просто не помнит. Я запомнила. Был очень классный фирменный момент, который делают обычно взрослые. Там еще не одна, там было их много этих нот. И он потом повернулся, да? Целая песня. Да? Да. Он просто забыл. Ладно. И когда такая еще симпатяга так берет эти ноты, это просто вообще... Занимайтесь музыкой как давно? Играйте на инструментах. Я в семье только одна. Так. Певица. Да. Музыка. Красиво сказали. Я играю на инструменте фортепиано. Кто ваши родители? Чем занимаются? Ну, мой папа бизнесмен, а моя мама занимается мной. Это хорошо, это правильно. Передайте привет маме, она замечательно вами занимается. Пойдемте к нам, пожалуйста, пойдемте. Молодец, молодечек, просто молодец, молодец. Правда, молодец. Добро пожаловать к нам. Удачи вам с Димой. Спасибо. Умничка. Бам!
сам и угадал со второй ноты. А может самое быть, главное, да. Не колется, а сидит потом, ну, такой серьезный. Да. Смотрите, здесь же играет. Я иногда специально смотрю чуть ниже, чтобы казалось, что это да маленький это мы человек. Поняли уже, поняли, понимаете? Может. Ну а что вы? Моя умничка, моя солнышко, умничка моя. Такая молодец. Ты знаешь, ты и поешь, и выглядишь так, что тебя ни с кем не спутать. У тебя свое лицо, что касается голоса, и свое лицо, что касается лица. Чувствуешь, как я витиевато завернул? Поэтому я очень рад, что ты с нами.